Мы, как яркие представители Академии предпринимательства, используя силу музыки, всего за несколько минут расскажем вам о том, как открыть бизнес в Москве. Решил бизнесменом стать. Решил бизнесменом стать. Хочу открыть ларек, 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 хочу открыть ларек. Пошел я в ФНС. Сказали идти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пошел я в БТИ. Сказали идти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пошел в управу я. Сказали идти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пошел я в Мосгостранс. Сказали идти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пошел я в УВД. Сказали идти в ЖЭК, чтоб пойти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пошел тогда я в ЖЭК. Сказали идти в ЗАГС, чтоб пойти в ЖЭК, чтоб пойти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пришел тогда я в ЗАГС. Сказали идти в банк, чтоб прийти в ЗАГС, чтоб пойти в ЖЭК, чтоб пойти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пришел я, значит, в банк. Сказали жизнь страховать, чтоб прийти в банк, чтоб прийти в ЗАГС, чтоб пойти в ЖЭК, чтоб пойти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пошел жизнь страховать. Сказали идти кровь сдать, чтоб жизнь страховать, чтоб прийти в банк, чтоб прийти в ЗАГС, чтоб пойти в ЖЭК, чтоб пойти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Пришел я кровь сдавать. Сказали два дня не есть, чтобы кровь сдать, чтоб жизнь страховать, чтоб прийти в банк, чтоб пойти в ЗАГС, чтоб пойти в ЖЭК, чтоб пойти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Через два дня пришел. Сказали, я слишком худой, нужно пойти поесть, чтобы два дня не есть, чтоб потом сдать кровь, чтоб жизнь страховать, чтоб прийти в банк, чтоб прийти в ЗАГС, чтоб пойти в ЖЭК, чтоб пойти в УВД, чтоб пойти в Мосгостранс, чтоб пойти в управу, чтоб пойти в БТИ, чтоб пойти в ФНС, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек, чтобы открыть ларек. Я открыл ларек, мой любимый ларек, мой замкадом ларек, мой несчастный ларек, мой муси-пуси ларек, мой желанный ларек, мой заветный ларек, мой хороший ларек. И с проверкой в мой ларек стали тогда ходить люди из ФНС, люди из БТИ, люди из управы, люди из Мосгостранса, люди из УВД, люди из ЖЭКа, люди из ЗАГСа, люди из банка, люди из страховой, люди, которым сдал кровь, мой любимый ларек, мой несчастный ларек, мой хороший ларек. Рассказали, как очень просто и быстро открыть свой бизнес в Москве. Ну а для тех, кто не запомнил, надо кровь сдать, надо жизнь страховать, надо прийти в банк, надо прийти в ЗАГС, надо пойти в ЖЭК, надо пойти в УВД, надо пойти в Мосгостранс, надо пойти в управу, надо пойти в БТИ, надо пойти в ФНС и открыть ларек, ваш любимый ларек, ваш несчастный ларек, ваш хороший ларек. И в завершение на правах рекламы
продается ларек без проволочек. Телефон 8-916.